действительно с тростничком. А вот здесь вот, наверное, будет грядка с арбузом. Нужно посмотреть, что у нас тут есть, чтобы ничего такого не разрушить. Да, мы никуда не наткнемся, если здесь выроем земельку. Пойду схожу за своей уникальной алмазной лопатой. И уже с помощью своей уникальной алмазной лопатой, конечно же, в кавычках, мы выроем... Ой, блин, я вижу, почти потратил даже. Ой, какой нехороший человек. Так говорю, как гей. Ну ладно, не буду. Такс. Вот мы уже и пришли. Особо времени потратить мне не пришлось. Вот здесь вот мы выроем вот такой вот. Надо уже вырывать тогда всю эту землю, чтобы не загораживать проход добрым и честным людям, чтобы она не мешалась. Выровняем плато такое вот, своеобразное. Такс. Пока ночка не наступила, можно рыть плато спокойненько. На утро я уже посажу быстренько оставшиеся семена пшеницы и оставшиеся семена арбуза, и можно будет отправляться уже в путь наконец-таки. Так, давай. Здесь. Получается какая-то такая вот аж прям геометрически ровная земля у меня. Не знаю, роют ли фермеры так землю под свои посевы. Ну, я же не фермер. Значит, мне можно. Хотя я фермер, тоже своеобразный. Так, главное сейчас не подкопаться вниз. Вот так, да. Все, можно теперь рыть в сторону дома. Вот этот вот оставшийся вот этот кусок мы сейчас почистим, так сказать. Давай. Ну, вот, отлично. Вот этот кусочек надо срубать сейчас к чертовой матери. Он зазеленеет, здесь появится травка, кусты, и все будет красиво. А вот этот кусок в земле, он прямо как-то стоит, не вписывается в общую стилистику, в общую атмосферу моего дома. Ночь наступила, нужно уже дорубить до конца. Надеюсь, меня мобы не съедят, пока я рублю, работаю ночью. Надо будет вокруг расставить стену большую, поставить факелы, и будет вот крутой у меня замок такой уже. Хотя я потрачу кучу времени для того, чтобы сделать себе стену. Такой маленький Кремль будет у меня. Александрийский Кремль. Конечно, это будет классно, но потратить времени придется, конечно, больше, чем нужно. Так, я помню, где-то здесь была моя мусорка, я уже не помню, где она. Хотя можно просто в лаву кидать. Точно! Пускай это будет моей мусоркой. Пока лава мне не нужна, я буду туда скидывать ненужные вещи. Шикарно, все. Так и будет, так и придумал. Так, где моя земля? Вот у меня уже места не остается под землю. Ага! И лопата кончается. Блин, железная и алмазная лопата рубят одинаково. Так зачем мне тогда нужно было делать алмазную? Раз за разом я задаю себе этот вопрос. Просто хватает ее, наверное, на дольше. Но я бы не сказал, что на особо дольше ее хватает. Разницы особо я не почувствовал, честно говоря. Давай. Фух, я уже устал эту землю рубить, честно говоря. Очень устал, на самом деле. Блин, еще и лопата закончилась. Ладно, пойду спать. Пойду спадки. На боковую пора. Так, надеюсь, этого паучка больше нету. Дружить он больше со мной не захочет. Блин, паук. Что ты за такой за человек? Ты что, не можешь дать мне нормально поспать? Приходится как-то умолять тебя. Как-то искать какие-то обходные пути, лазеечки. Спать возле теплой лавы. Я на самом деле хочу спать в своем доме. А вот приходится, видишь, ты меня вынуждаешь. Куда-то убегать, куда-то уходить. На самом деле это не круто. Конечно же, не круто. Ну, а что делать? Блин, еще портал так пугающе постоянно жужжит, гудит, я даже не знаю, как это назвать. Эй, не лай, тихо, не лай. Призраки не пришли ко мне домой пока, надеюсь. О, паучок, друг, привет. Давай, что ты, уже не такой смелый, да, как раньше? Больше не будешь мешать мне спать. Блин, я забыл сделать лопату себе. Самый важный атрибут, который мне сейчас нужен, это лопата. Окей, так, лопатка. О, у меня есть палочки. И где моя сталь? Где моя сталь? Оставшаяся. А, она у меня. Понятно. Ох. Я уже потратил почти всю сталь. Это не радует. Но зато, по крайней мере, я уже разобрался с деревьями. У меня теперь есть целая ферма деревьев. И вот это единственное, что меня сейчас пока радует. Давай. Вот, все. Эй, меч, это ж меч. Мне нужна лопата. Нужно будет себе поставить мод автосвич. Все, забываю это сделать. Постоянно забываю это сделать. Или он у меня просто не хочет запускаться, не хочет работать, не знаю. Я даже понятия не имею, такс. Окей, все, почти дорубил. Осталось вот это вот, опять же, плата вырыть киркой и положить туда землю, чтобы росли растения. Где моя кирка? Давай. Блин, целый большой кусок. Ладно, что тут поделаешь?
Будем вырывать. Блин, даже пещера опять эта подземная образовалась. Но ничего страшного, мы ее ликвидируем рано или поздно, когда мне не будет лень. Надеюсь, рано, чем поздно. Да, рано лучше, чем поздно. Остальное у меня есть, по крайней мере, плантация уже тростника. И мне уже по поводу тростника волноваться точно не стоит. Тростник у меня будет. Так же, как я разобрался с деревьями, потихоньку я сейчас налажу производство, и тогда я уже смогу заниматься более насущными делами, такими как поиск руд. Пока мне нужно первые необходимые все вещи организовать себе. Так, мне нужно, вот что мне нужно. Хлебушек. Хлебушек скушался. Все, так, теперь продолжаем рубить. Организовать все производство, я организовал его. Жалко, что нельзя создать ферму руды легально, но придется добывать, жаль. Если бы у меня золото и алмазы, и железо росло бы, и уголь на деревьях, тогда было бы намного проще. Редстоун и прочие шалости, прочие фишечки. Так, вот где все, готово. Да, отлично. Плата освободил под растение, под мой огород. Потом я потихоньку еще избавлюсь от этого плата. Пришлось мне, блин, выровнять целых пол Майнкрафта. Пол Майнкрафта я уже порубил. Для того, чтобы построить свой дом. Что, я не мог просто найти плоскую поверхность? Не знаю, почему меня вообще сюда занесло. Или это просто из-за того, что я начал расширяться так стремительно. Мне пришлось выравнивать эту землю. Заниматься ландшафт-дизайном. Но, а что поделаешь, Такова наша работа. Вот такие вот огороды с проходиками будут у меня. Это будет мой длинный огород. Вот такой, да. Главное, что воды не хватит. Это печально. Давай, тики. Блин, не хватило. Ладно, придется еще ведро использовать. Ну, зато огород будет большой, он того стоит, честно сказать. Так, сейчас мне нужно посадить семена арбуза. Это будет огород арбуза. Нужно вспахать сначала так. Надеюсь, арбуз на вспаханной растет. Да, на вспаханной. Больше у меня, в принципе, семян нету. Посажу, что есть. О, это быстро растет. Плодородная земля, видимо. Теперь можно вскопать еще. Еще. У меня есть еще два ведра. Так. Этот огород уже, видимо, будет поменьше. Хотя нет, будет настолько же большим. Так, мне нужно поставить факелы, чтобы вода не замерзла, не дай бог. Еще мои арбузы замерзнут. Нужно такую теплицу будет сделать стеклянную. Что это за звуки такие были странные в Майнкрафте? Как будто какой-то херобрин пришел. Ух, нехорошо. Так. Сюда ставим это. Это. Вот так, да. Ой, родимая потекла. Ой, хорошо. Я же испытываю гордость, непереносимую словами, за свое детище. Ох. Здесь будет у меня просто еще пшеница. Так, нужно вскопать опять же. Хотя пшеницы у меня мало. Ну, пускай растет хоть какая-то. Блин, не успел уже. Уже затоптал. Так. Оп, тростничок. Оп, сразу посадим его. Оп. Зачем медлить? Чем мне медлить? Оп, пшеница выросла. Пшеница. Эй, тети, не уноси течение. Пшеница взошла. Можно ее собирать. Так, у меня появились семена пшеницы. Непосредственно сама пшеница. Можно посадить новую. Так. Вот так. Блин, придется вскопать этот кусочек. Блин, и все. И все семена потратились. Прискорбно. Думал, будет больше. Ну, что есть, то есть. Что есть, того не отнять. Вроде бы все посадил, что можно было. Теперь уж точно можно отправляться в путешествие. Осталось только забрать свое мясо, которое я приготовил в печи. И можно свободно отправляться на поиск приключений. Настало время приключений. Так, оп. Ой, я еще получил опыт. Шикарно. Еще даже уголь остался. Ох, прямо радуюсь, не могу нарадоваться. Серьезно, надо уже и эту свининку приготовить. Давайте возьмем, знаете, кусочек, пару кусочков. Покормим своего песика. Песик, иди кушай. Все, покушал, теперь ты молодец стал. Пошли со мной. Пошли. Песик, пошли. А, не хочешь идти, ну ладно. Вот и сиди там, смотри в стенку. Он не хочет со мной идти, он хочет, чтобы я не шел с ним. Так, надо забрать свою кровать. Мало ли мне где придется еще спать. Поэтому пойдем.
Так, Слава, что у меня в этом домике? Я уже и забыл, что тут есть. Так, здесь у меня такая своеобразная подгорная пещера, копи мори и такие. Что у меня здесь есть? Здесь у меня нет ничего. Я все забрал, все перебрал. Уголь забрать надо, нечего ему тут пропадать, потому что сюда еще неизвестно, когда вернусь. Только если буду делать свой гарем, идеально, это будет мое бомбоубежище, потому что этот дом будут бомбить, а та постройка останется невредимой, надеюсь. Так, теперь мне нужно... Хотя у меня тростника, в принципе-то, хватает. В принципе-то, тростника хватает. Можно сейчас заняться достройкой крыши, вот что. Вот что мне нужно, достроить крышу. Этим я сейчас и займусь. Мне нужен булыжник. Землю уберем. Землю уберем, землю уберем. Нужен булыжник. Сейчас главное вспомнить, как строить эти большие плиты. Честно говоря, я уже не помню. Но думаю, сейчас разберемся. Вот эти вот квадратные. Так. 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 Нет, не так. А, нужно обжигать в печи же. Блин, я уже и забыл. А угля-то у меня совсем-то и нету. У меня есть еще 59 каменных кирпичей. Ладно, 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 ладно. Придется как-то выкручиваться. Ну ладно, выкрутимся, надеюсь. Давай, иди сюда. Иди сюда, печь. О, здесь же жарится мясо. Так, и сюда. Обжигай. Нету. Обжигай. Блин, у меня нет угля. Все мои планы рушатся. Пойду пока достраивать это оставшееся место. Что-то со мной уже не так. Голос уже не тот. Маленько хрип. Не знаю чего. Но факт остается фактом. Давай, давай, давай. Прыгай, прыгай. Прыгай. Оп. Так, сытерь можно достраивать. Сделаю такую башню смерти своеобразную. Извиняюсь, ребят. Вот вроде все нормально. Так. Главное не перестараться в данном моменте. Поставлю еще, наверное, один слой. Или даже два еще слоя. И думаю, хватит. Думаю, хватит. Нужно будет спуститься уже в подземелье потом, добыть угля, добыть золото, добыть железо, добыть алмазов. Алмазов, что немаловажно, мне нужны алмазы для создания брони, оружия и прочих шалостей. Пока у меня нет ничего, только все железное. Да и железо у меня и то кончается. Мне уже нужно много чего сделать. Много чего, да. А на самом деле все так лень. Ну надо как-то обустраивать свое жилище. На эндер-дракона сразу, конечно же, не полезешь. Тут надо сноровка, умение. Так, о, какие мои деревья большие уже выросли. Нужно спуститься вниз, посмотреть, что там, как там вообще поживает мой сад деревьев. Мне ведь интересно тоже. Так, садик, я иду тебя. Какой я заботливый все-таки садовник. Пытаюсь и там успеть, и то посмотреть, и там погладить свое дерево, и там, и сям. Я люблю... живую природу. Блин, еще даже не все выросло. Видимо, оно уже не вырастет, потому что нету места. Ладно, пускай еще немножко постоит. Если не вырастет, пересажу в другое место все эти саженцы. Блин, у меня реально хороший лес вырос большой. Надеюсь, скоро тут все вокруг засажу лесом, рано или поздно. Так, что-то я вижу. А, это корова. Мясо пока мне не нужно, у меня его достаточно. Пока охотиться я на коров не буду. Пускай плодятся. Да, коровка, плодись. Рано или поздно ты умрешь, собака. Так, вроде бы все хорошо. Так, да. О, пещера. Вот там как раз таки может что-то быть. Давай, давай, я иду к тебе. О, вот он и уголь. Вот он и уголь. Вот он, я сам нашел его. Проблема решилась сама собой, посмотрите. Вот он, уголь, который мне так нужен был. Вот он, да. Проблема решилась сама собой. Как это все-таки хорошо. И как я не замечал эту раньше пещеру. Сейчас мы быстренько ее обшарим. Заберем все железо, заберем... весь уголь, потому что я более чем уверен, что подо мной. Я там был уже, да. Вон там я внутри был, а вот тут вот не был. Что за странные звуки опять? Потому что я более чем уверен, что... Что? Более чем уверен, что там я уже был. Именно под этим местом внутри, там пещеры, катакомбы, я их уже все обшарил. Все осмотрел. Теперь мне нужно двигаться куда-то в более... Да что ты хочешь, гравий? Более дальние места... Нужно будет построить вагонетки, ряд вагонеток и как-то уже организовать путешествия. Построить рельсы движущиеся. Блин, гравий дебильный. Главное, чтобы меня им сейчас не засыпало. Блин, сколько гравия? Точнее, сколько угля? Так, уголь. Оставшийся весь забираем. По-моему, еще тут был уголь. Нет. Все, весь собрал уголь. Можно отсюда уже нарезать. А нет, вот еще кусочки. Ночь наступила, вот оно что.
Вот в чем фишка, вот где собака зарыта. Давай, иди сюда. Надо возвращаться домой. Давай, давай, возвращайся, Сашка. Как-то быстро ночь наступила, не успел опомниться, уже ночь. Вроде бы отправлялся вечером, неужто так время быстро летит? Благо, что у меня есть ориентир, это мой лес, и заблудиться тут уже будет довольно трудно. Потому что я всегда смогу видеть этот прекрасный лес. Нужно его, кстати, осветить. Увидеть этот прекрасный лес, и тогда будет все у меня хорошо. Чтобы какой-нибудь слендермен не пришел, надо все, чтобы было освещено. Зомбяшки, зомбяшки, зомбяшки. Ах, какой зомбяшка? Уйди, кусь, 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 кусь. Иди сюда, иди, иди, пошел вон. Зомби, 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 мы пошли спать. Все. В общем-то, это все, ребята, что я хотел сегодня вам рассказать. Не ломись ко мне в дверь. Зомби ломает дверь! Зомби ломает дверь!